Доброе утро всем. На улице тепло, хорошо, но у меня, знаете, всегда мерзнут нос, поэтому иду отогреваю вот таким образом. Вот. Попа, пятая точка, и ноги. Вот не знаю, вот у меня сейчас ледяные ноги и нос ледяной. Вот. Поэтому даже, знаете, я иногда вот так и надеваю, чтобы нос согрелся. Вот, сейчас поеду в Лидл и в Алькамп. Можно было бы, конечно, сходить в одно место какое-нибудь. Ветер дует. Но у меня закончилось молоко. Так, идешь по улице, идешь. А тут бананы растут. Бананы. Кстати, они съедобные. Это не как апельсины, которые нельзя есть. Вот эти бананы можно есть. Но они еще зеленые. Вот, молоко надо купить в Лидле, потому что мне нравится молоко из Лидла. И в Алькампу заехать. Блин, еду к Чарли. Думаю, зачем мне это? В Алькампу. Что-то надо, типа фрукты. Но самое главное, это еда для Чарли. Что-то ветер какой-то поднялся. Теперь понятно, от чего у меня нос мерзнет. Так, а в списке у меня еды для Чарли нету. Могу ведь и без еды уехать. Надо сейчас срочно занести. Море сейчас вам покажу. Вот это вот внизу дача родственников наших. Я там была пару раз. Ну, не пару раз, я там много раз была. Апельсины вот откуда мы берем. Как у них чистенько все стало. Там племянница убирает. Ну, ей нравится здесь тусоваться. Так как больше негде сейчас тусоваться, она сюда ездит. У нее там какая-то курица есть, коза и собачка живет. Там море шикардосное. Все, поеду. Все так же закрыто, все, видите? Никакие новогодние украшения тоже не можем купить. Будем надеяться, что это все до понедельника. Потому что вообще до 23 ноября все это было закрытие. У нас действительно в нашей провинции Гранада идет спад зараженных. Если, то есть, две недели назад было... В одной Гранаде 1700 человек, то вот вчера было 300 человек. То есть разница ощутима. Муж там шлет смс-ки, потому что ему дали креветки и еще что-то дали. Вот. И вот он мне шлет, что типа, если хочешь... Так, еда. Какая еда? Я вот покупала. У меня Чарли активный. Возьмем вот такой ему. Вот это он еду больше. Я ему раньше вот Ультима покупала, но вот это он больше лучше как-то ест. Активный, но он у меня активный, правильно? По 7-8 килограмм. Ой, килограмм. Километров ходить со мной. Так, самое главное куплено. Идем дальше. Ну, а теперь мне нужно в список смотреть. Так что отключаюсь. Кстати, вот про фрукты круглый год. Смотрите, мандарины 2,19 килограмм. Есть вот такие яблоки по 99 копеек. Смотрите, какие классные яблоки. Что еще показать? Груши евро 89. Голден рубль 99. Ну, не рубль, конечно, евро. Ананасы 78 копеек. Это недорого, мне кажется. Вот платана де Канария, бананы канарские, 2,39. Но они всегда дорогие. Поэтому... Они потому что самые вкусные. Смотрите, паттайя 9,95. Фруто де Драгон. Авокадо у нас 3,69 килограмм.
Ну вот есть яблоки и подороже, например, здесь вот. Какие вот я взяла, например, Ренита, вот эти гриз, 2,49 килограмм. Вот, 2,49. Вот эти Pink Lady, там они тоже очень вкусные, 3,29. Вот эти. Манго у нас 3,29 стоит, это по предложению. Ну, 3,69 раньше было, сейчас вот. Черемоя 3,29, тоже 3,29. Апельсины рубль 29. Сейчас, кстати, апельсины, это у нас сезон апельсин, поэтому не очень дорого. Что еще? Вот такое ведро черники 7,99, здесь полкило. Это малина всякая, малина 2,49, красная смородина 3,99. 170 и 120 грамм. Клубника 3,99 полкило. Виноград рубль 59. Разный. Здесь вот есть такой отдел, где подешевле яблоки. Там 99 копеек. Вот такие цены более подешевле. Вот арбузы рубль килограмм, рубль 0,9. Дыни рубль 29. Мандарины 2,49, 2 килограмма. Ну, это клементина. Может быть, мне взять их? Я люблю клементина, потому что они более сладкие. Нет, не хочу. Даже не знаю, что хочу. Кого хочу, не знаю. Кого знаю, не хочу. Вот, пробежалась немножко вам по ценам. Виноград вот разный. Ну, как-то так. А это вот продукты экологические разные. Немного они тоже подороже. В общем, так вот. Пишите, какие у вас цены на что. Там вот есть помело, например. Это отдельная история. Овощи. Вот я вот такие взяла яблоки. 2,99 зеленые. Они не такие калорийные. Помело. 2,89. Вот оно одно. И грейпфрут, рубль 99 килограмм. Лимоны. Лимоны вот такие. Что-то не пойму. Цены разные. А, вот эти вот, наверное, лимоны. 2,19 вот это вот сетка килограмм. Ну, 2,19 килограмм. Так, лима. В общем, все здесь у нас. Все. Груши. Так, пойду список опять смотреть. Смотрите, какие креветочки моему мужу дали. Дали, подарили, не знаю, где он взял, купил. Вообще классные. Завтра надо сделать на гриль. И кильку бекерона. Это их надо почистить. Сам придет, пускай и чистит. Ха-ха. Я тут тебе просто хочу поджарить макароны. Колбасой. Я 100 лет такого не ела, представляете? Может быть, даже и 200. Вот. И быстренько пробегусь, что я тут приобрела. В Лидле купила вот это вот желатин. Так, он у нас 65 копеек стоит. Йогурт вот такой, это для мужа. Здесь сколько у нас? Ну, килограмм, в общем. 69 копеек стоит. Потом 6 молока по 85 копеек. И яблоки вот такие по предложению были. Рубль 39 килограмма. В магазине, а в Алькампо они что-то 2 с лишним стоят. Pink Lady. Может, я уже не помню, сколько они. Потом, вот эта умывалка самая лучшая на свете, друзья. Вот все перепробовала, дорогие, дешевые. Вот это самое лучшее. Я прям ей обожаю умываться. И она дешево, сердито, рубль 49 стоит. И 2 сливочного масла по рубль 39. Вот, это у нас Lidl. Алькампо, значит, дальше. Картошечки взяла. Вот такая развесная. Она у нас 49 копеек стоит. Нам картошка, мы не особо ее едим, но вот чтоб была. Потом взяла муки килограмм.
42 копейки. Для Чарли еда 5,35. Вот такие яблоки зеленые. Они по рубль 99. Вытянула на рубль 45. Так, а эти каки. То есть хурма. Рубль 39. Килограмм стоит рубль 59. Сахар килограмм 75 копеек. Вот такой какой-то десерт. Тут все 0,00. Ни сахара, ничего. Нету, ну, наверное, какая-нибудь фигня, как обычно. Потому что все, что не без сахара, без всего, ну, все фигня. Но вот на десерт себе взяла, он у нас стоил, может, и вкусный, хрен его знает. Рубль 79. Супрема йода, да что ж такое. Смотрите, я вот эти грибы просто обожаю. Они очень вкусные, когда их жаришь, они на опят похожи. Прям... Шимехи бланку какая-то. Рубль 35 стоит. Что такое еда? Да что такое? Что такое? Яблоки вот у меня еще есть. В общем, смотрите. Вот везде искала это пасту. Мисо. Нигде не могла найти. Но вот здесь написано паста мисо 90. Суп. Может быть, это и есть мисо. Давайте откроем и посмотрим. Нет, друзья, здесь всего дофига. Такие какие-то. А, может быть. А, это, наверное, их варить надо. Его. Это вот, наверное. А, вот это самая паста, которую я искала, везде не могла найти. А это эти водоросли сушеные, которые нет. Точно, это то, что я искала, значит. Оно стоит 3 евро. Все. Написано, что суп мисо. Угу. Тут даже написано, как на... это просто. Вы же помните, что у меня есть это. Я купила тофу-то. И вот все, хотела суп сварить, мисо. Слушайте, ну мне совсем, потому что как раз в суп рецепт в интернете нашла. И там именно вот это вот, кстати, очень удобно в пакетиках таких. Как раз водоросли шли и все дела. И вот это вот паста... мису. Угу. Тут даже слушайте, налили. Ну, я по своему рецепту все буду. Грибы. Сказка. Обожаю их. А, хлеб. Мужу купила хлеб. Сейчас дома завтракает. Нельзя же нигде больше завтракать. Приходится хлеб покупать. Я сегодня просто очень поздно. Пока по магазинам походила, пока туда-сюда, работа. Поздно приехала. И что-то там готовить такое. Хотя у меня есть еда там. Ну вот, сделала. Давно хотела макароны. Вот так вот просто. С колбасой. Ладно, буду разбирать, кушать. Ой, какие креветки классные. Надо в холодильник все положить. Вкуснятина. Завтра креветочек пожарю. На гриле. Сказка. Мечта. Они такие дорогущие, вот эти креветки-то. Ладно. На стрижку придет девочка. Я не люблю, когда дома приходит кто-то стричься, там подстригаться или еще что-то, и муж дома, да? Ну, потому что, во-первых, сама девочка стесняется, во-вторых, как бы... И мы вот так подгадываем, чтобы он там свои дела делал, я тут свои дела делаю. Вот. И он говорит, что приедет в то время, именно когда девочка придет. Я говорю, ну, тогда будешь... Не будешь здесь. Он говорит, ну ладно, тогда на завтра. Так что, ну я говорю, потом такая начала чистить. Думаю, дай с людьми поделюсь, как я все это делаю. И вот так вот замариновала. И будет вкусняшка на завтра.
Конечно, жареные бакероны — это не совсем ппшное блюдо, потому что все-таки жареные в муке, но это нереально вкусно. И я очень давно, я обычно по воскресеньям, когда мы куда-то ездили, там в бары, там, ну вы знаете, мы по воскресеньям всегда как бы по тапам ездили. Всегда себе рыбу брала. А тут товарищ карантин, который нас не выпускает из дома, поэтому позволю себе один разок поесть такое. Думаю, что-то мне не хватает. Знаете, что мне не хватает? Я каштанов не поела. Сейчас буду себе жарить каштаны. Так что вот так. Сегодня я опять не иду гулять, потому что ко мне приходит... Вчера позвонила девочка одна и говорит: сможешь меня покрасить? Я говорю: приходи ко мне на огонек. Так, что я еще хотела сделать? Так что вот, никуда не пойдем сегодня. Ну ладно. А, вру! Пойдем, друзья, пойдем. Голова-то дырявая. В голове столько мыслей, что не успеваешь. Туда, 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 везде мысли, мысли кругом. Списки раньше никогда не писала. А сейчас, если пойду, то все, вернусь без чего-то. Может быть, это старость? Нет, это просто много мыслей в голове. Пойду, пойду. Так что все, не переключайтесь. Пойдем вместе со мной. Я уже закончила с девочкой. Иду сейчас за русскими продуктами. Вот. За вкусняшками. Я уже, знаете, не помню, что заказала. Помню, что две селедки. Две селедки и что-то еще. Можно, конечно, посмотреть. Там у меня же, я же по WhatsApp отсылала заказ. Поэтому вот такие вот у меня сейчас будут вкусняшки. Так как мы сегодня не гуляли с Чарли, потому что я ночью не люблю гулять. А вот так вот, сегодня что-то пасмурно, противная погода. Ну, зато прогуляюсь до русских продуктов. Вы знаете, я заказ делаю в течение времени. То есть я его не за один раз заказываю, там... Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, поэтому я нифига не помню, что я там заказывала. Оказывается, не так уж и мало я заказала. Тут вот видите, малыш, иди быстрее, ты меня волнуешь. Малыш, ты меня волнуешь. Здесь цыганский район, здесь цыганский район, там они живут, песни поют, тусуются на улице. Даже каштаны жарили, как-то одно время я проходила. Вот. Так что вот так. Вкусняшек-то, оказывается, нормально так заказала себе, представляете? Под шумок, под шумок. Там они начали, девчонки, я это хочу, я то хочу. Ну, я что же хочу? Я что же все хочу? Ну, поэтому целую сумку набрала. Представляете? Что-то чек он мне, наверное, забыл дать. Вернее, он у него в руках был, но, наверное, в руках и остался. Но неважно. Что почем, если я хочу узнать цены, то я могу в плейлисте посмотреть. Вот, они, в принципе, мне не нужны. Что я купила? Овсяное печенье. Вкус детства. Я всем еще раз говорю, что все эти покупки, ну, кроме облепихи, это мои хотелки. То, что, как говорится, хочу там, знаете, душу отвести. Я вот сегодня такой говорит, есть зефир по 2,05, помню, вот эта цена. Смородиновый. Хочешь? Я говорю, я зефир вообще обожаю. Я говорю, ну давай. Потом пишет тоже в группе там, брюшки семги есть в наличии. Хотите? Я такая, ну давайте. Я тоже их очень люблю. Вообще всю рыбу люблю. В любом ее исполнении. Поэтому вот брюшки семги. Боже, как они пахнут. Это тоже, знаете, у меня есть опыт работы на рынке. В отделе рыбном. Где я продавала селедку, скумбрию. Все соленое, все такое, все самое вкусное. Вот это было в раю. Потому что я обожала. И вот я тоже продавала эти брюшки семги. Вот, вообще я в своей жизни чем только не занималась, друзья. Я работала вообще, как говорится, везде.
Так, две селедки, это классика жанра. Я их замораживаю. Вот, прям по одной заморожу и все. Что было? Облепиха. Это вообще классика жанра тоже, потому что я каждый день пью облепиховый чай. И тут девчонки в группе тоже начали писать, а он такой пишет, что не всегда облепиха бывает. Я такая, у меня еще есть просто облепихи. Я такая думаю, блин, а вдруг потом не будет? Говорю, да давайте, давайте мне ее. Она стоит 4 с чем-то, здесь вот 450 грамм. То есть вот с чаем я ее выпью. Очень тем более полезная. Завариваешь кипятком, но я много раз показывала, как я делаю чай, поэтому... И вот такая приправа авокадо. Очень классные приправы, у меня их уже много набралось. Вот для шашлыка у меня закончилась приправа, взяла вот себе для шашлыка. Потому что вот шашлычок-то мы жарим, да, ну, для мяса, наверное, тоже подойдет. Так что я что-то еще заказывала, видимо, или нет. Нет, вроде бы все. Не помню. В общем, вот такие вкусняшки я себе понакупила. Завтра, наверное, отварим просто картошку, отварю в мундире. Нет, не в мундире, потом чистить ее, да, или в мундире. В общем, отварю картошку с брюшками семги и с бакероносами. Будет очень вкусно, жареными. Что-то у меня голова, что ли, болит, не пойму. Влажность такая, 85 градусов, друзья, ой, процентов. На улице влажность, то есть идешь вот так вот и чувствуешь, что у тебя вот так вот все кудри начинают виться. Прям чувствую, как они вьются и прилипают к голове. Так что, и знаете, совершенно не холодно. 20 градусов на улице, хотя время уже 7-8 час. Странная погода, в общем-то. И не, ветра вообще нет, хотя мне на телефон прислали оповещение, что «Ай, будьте осторожны, сильный порывистый ветер». Может быть, там где-то, там. Ты где-то там, за горизонтом, ты где-то там, выше золотых оков. Ты где-то там, где тепло и светло, ты где-то там. Ты опять далеко. Ладно, буду облепиху в заморозку класть. И, наверное, блин, зефирчик. Классно выглядит, вкусный. Теперь давайте посмотрим, чей он. Потому что 100% не русский. Литва какая-нибудь или что-нибудь туда. Зефир с кусочком черной смородины. Кантрисад. Так, так, так. Ты, если бы не было зимы в городах и селах, никогда бы не знали мы этих дней веселых. Что-то не пойму. Чёртаус. Немецкий, что ли? Кабы, кабы, кабы. Кабы, кабы. Ладно, неважно. Ладно, все. Все, на этом мой день закончился. Надеюсь, пошла я красоту смывать моей любимой умывалочкой. Я ее перекладываю в такой, переливаю в такой вот у меня есть флакон, который вот нажимаешь и оттуда с дозатором. Во. Вообще. Испанский не знаю, русский забыла называется, знаете. И вот так лучше, чем вот это открывать, закрывать. Все. Всего вам самого лучшего. Жду от вас комментариев, лайков. И всего вам самого лучшего. Всем пока-пока, до завтра. Ну-ка, ну-ка, сейчас проверю, сколько там градусов, граммов этих брюшек. Ой, что-то не доложил, что-то не доложил. Хотя я не знаю, сколько там. Может, и доложил, может, 150 мне давал. Чего-то нету.